Всем здравствуйте, дорогие подписчики. Какой у меня красивый, необычный лилейник. Если честно сказать, я даже не знаю, что у меня такая есть. Смотрите, вот какой вот ее куст. Вот он. Представляете? Пока два цветочка, вот пока два раскрылись, оно еще в процессе, вот они тоже идут, процесс еще будет. Такая вот красотка. Вот она. Красивая, правда? Смотрите, вот в середине желтая. А это она не красная. Знаете, как типа темного, наподобие темного шоколада. Ну и не шоколад тоже. Какой-то такой темный цвет. Я смотрю в сам цветок глазами. Это один цвет, а через телефон-то совсем другой цвет. Почему-то так. Такие вот дела. Всем пока.